В мае 1766 года скоропостижно от чахотки, как тогда называли туберкулез, умирает Иван Иванович Ползунов. Предыдущие два года он посвятил строительству паровой машины. Его работу высоко оценил знаменитый путешественник и ученый Лаксман, бывший проездом в Барнауле. Он писал: «Ползунов – муж, делающий честь своему отечеству». Он предвидел, что машина обессмертит имя ее изобретателя, но пока Ползунову приходилось работать на износ, терпя лишения из-за нехватки денег и рабочих рук. Вероятно, это и подорвало его здоровье. Он умер буквально за неделю до запуска машины. Похоронили его где-то в районе нынешней площади Свободы. В мае 1793 года произошло одно из первых зафиксированных крупных наводнений в Барнауле. После затяжной зимы реки вскрылись, уровень воды сначала в Оби, а затем в Барнаулке резко поднялся. Заводскую дамбу прорвало. Именно после этого плотину укрепили, возведя кирпичную подпорную стену, сохранившуюся до наших дней. В мае 1979 года в индустриальном районе на пересечении улиц Георгиева и Энтузиастов заложен городской парк имени Ленина, известный сегодня как парк индустриального района, он же «Лесная сказка». Он возник на месте бывших полей, до сих пор видны остатки защитных лесополос. Изначально он занимал 42 гектара, но постепенно застраивался и сократился до 20. Сегодня барнаульцы знают его как дом самого крупного в городе зоопарка.